Здравствуйте, друзья! Сегодня 26 октября 2018 года, и это Анапа. Сегодня прекрасный день, как вы только что видели на этих кадрах, и я ходил на почту и получил сразу 4 вот таких вот пакета, знаете, которые я считал, что они утеряны. Ну, давайте же посмотрим, что у нас здесь пришло. Так, посылка первая. Так, и это у нас, да, все, адрес мой, но я не знаю, что это такое, даже затрудняюсь сказать, что это такое, адрес мой, это, наверное, подарок. От добрых китайцев. Вообще непонятно для чего. Ну ладно. В общем, какой-то сигнал для... Задний стоп-сигнал для велосипеда. Ну вот видно, сидулочка. Ну, если честно, не выписывал. Не знаю, как она мне попала. Да, и вот велосипед нарисован. Хорошо, ладно. Так, следующие посылочки... Начнем вот с этой маленькой. Так, подарков нет? Нет. Так, и это у нас... Угу. Это у нас очень полезная вещь. Это у нас полезная вещь. И это у нас переходник. Переходник на микрофон. Вот здесь вот. И наушники. Ну, по замыслу, я вот это вот штекер втыкаю в смартфон. Сюда подсоединяю наушники, сюда микрофон. И меня должно быть хорошо слышно. Ладно, хорошо, спасибо. Это я выписывал, точно. Так, теперь вот эту коробчонку распакуем. Ага, и это у нас... Ага. Так, все понял. Друзья, вот это вот я выписывал не на AliExpress, а на Jumi. Вот. На Jumi. И вот этот сигнал, только я не такой выписывал. Вот я выписывал сигнал для велосипеда, но там было описано, что он лазерный. В общем. А тут какую-то фитюльку прислали. Ну ладно. Ну, очки вот противотуманные, вот велосипедные. Так, ну а теперь будем их примерять. Итак. Противотуманные очки. О! Смотрю на улицу, светло как днем. Хорошо.
Вот такие вот желтые. Вот. Ой, очень такие они лебезные. Видно, что. Вот. Ну, буду в них заниматься домашними какими-то делами. Допустим, когда сверлить буду. Вот. Как защитными буду пользоваться. Ну и на велосипеде тоже буду кататься в туман. Хорошо. Так, ага. А-а-а! И вот они. Тут, оказывается, не одна коробочка, а две коробочки, друзья. Ну, с этой посылкой, конечно, вообще смех. Вот, с этой посылкой вообще. Это из Латвии, друзья, из Латвии. Я-то уж на Латвию грешил, грешил. Думаю, они мои очки заныкали. А тут, оказывается, вот видите, Латвия написано. Латвия, вот. И тут Латвия. Вот, мои потерянные очки нашлись. Сейчас будем очки распаковывать. Очки нашлись, а я все лето без очков ходил. И два очки. Так, смотрим. Очочки, очочки. Оп, оп, оп. Ух ты. Фирменная коробочка. Давайте-ка вторую распакуем. Что-то вторая коробочка какая-то, я не знаю, сел на нее кто-то, что ли. Так, очки. Очки, друзья. В мешочке. Так. Ух. Так, раз очки. Так, 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 так. Вот такие очки. Вот именно такой цвет я и выписывал. Ну и вторые очки должны быть точно такие же, друзья. Еще один мешочек. О, а тут еще и тряпочку положили для протирания очков. Это очень хорошо. И тут тоже тряпочка есть. Две тряпочки. Двое очков. О! А вообще трое очков. Ну а теперь раз очки. Два очки. А облака какие красивые. Кому понравилось это видео, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто на него еще не подписан, нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения о новых моих видео. Смотрите, вот здесь вот сейчас всплывает тоже такая вот строчка. Это тоже мои видео, подобранные специально для вас. Смотрите другие мои видео вот по этим подсказкам и вот по этим. Всего вам доброго, счастливого вам дня, приезжайте в Анапу, до свидания.